На стадионе «Юность» прошло открытое первенство Амурского района по футболу, посвященного 76-й годовщине Великой Победы. Об этом в следующем материале. На первенстве Амурского района по футболу участие приняло 11 команд в двух группах 2008-2009 года рождения и 2011-2012 из муниципальных образований Дальневосточного региона, а это город Амурск, Комсомольск на Амуре, Советская гавань, Владивосток и поселок Хор. Первый день первенства отыграли ребята из младшей группы 9-10 лет. Первое место заняла «Юность», Комсомольск на Амуре. Второе – «Искра» Комсомольск на Амуре. Третье – «Торнадо» город Амурск. В призерах. По старшей возрастной группе, ну вот сегодня три игры решающие, там может расклад быть. Четыре команды претендуют на первое место. Как сыграют? В данный момент мы сейчас будем выступать за призовое место, точнее, или первое, или второе, или третье, как будет по игре смотреться. Ну, в принципе, рассчитываем все с командой на первое место. Команда как настроена? Очень сильно и бодро, готова выиграть. И сыграли. Чемпионом первенства стала команда «Рубин» ЦДО «Дзёмги» из города Комсомольск-на-Амуре. Второе место заняла команда «Энергия Старт» город Комсомольск-на-Амуре. Ну а третье место заняла команда «Фортуна» из города Амурска. Будем биться до конца и не унывать. А вы, ребят? Ну, не сдаваться никогда. Не сдаваться никогда. Математика первые места. Лучшими игроками соревнований старшей группы стали Яценко Алексей, Бэхэн Хо, Останин Сергей, Куликович Богдан, Воропаев Сергей и Смирнов Александр. Команда-победитель и призеры награждены кубками, игроки медалями и грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района. Ну а лучшие игроки награждены спортивной наградой. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».